24-летний водитель маршрутки после столкновения с автовышкой в шоке. Парня не могут успокоить ни приехавший на место аварии отец, ни лекарства, которые ему вкололи медики. Водитель постоянно спрашивает, живы ли пассажиры. Его заверяют, все целы, хотя в салоне лежит тело погибшей женщины. Выжившие пассажиры даже не успели понять, что привело к трагедии. Притормаживал быстро, на светофорах быстро останавливался. Я еще хотела поругать его, потому что стою на каблуках, ну неудобно. А потом тут резко стояла машина, вроде говорят, большая, и он ее объезжал, и как он ее зацепил, не знаю. Автовышка, в которую врезался автобус, стояла на обочине. У маршрутки от столкновения буквально срезала правый бок. Автовышка от удара перевернулась. Водителю, который сидел в это время в кабине, чудом удалось избежать серьезных травм. Машина не работала, сложена, все, стояли, ждали команды. Флаги вешали, Евро-2012. Пассажиров с места аварии увозят на скорых. В ДТП пострадали 12 человек. Две жінки, из яких... знаходиться в реанімації. Одна жінка від дотриманих травм загинула на місці події. Близько 45-50 років. На место аварии выехали чиновники, отвечающие за общественный транспорт, и представители прокуратуры. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Ксения Бай, Алексей Жучков, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».